В Иванове прошли традиционные межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Ситцевая весна». В этом году организаторы отметили юбилей – 10 лет с момента основания турнира. Уже во второй раз спорткомплекс ИФГУ гостеприимно распахнул свои двери для 350 спортсменок из разных уголков страны. Эти соревнования очень добрые, красивые, весенние. Весна просыпается, зима заканчивается. Когда-то на первые турниры у нас было где-то 8-9 городов. Сегодня, через 10 лет, у нас сегодня уже приехало 19 городов. Мы очень рады. А нас знают во всей России, к нам с удовольствием приезжают. На соревнования приехали спортсменки как из дальних Воронежской, Саратовской, Вологодской областей, так и из соседних регионов. Выступления по индивидуальной программе и групповые. Гимнастки из Ярославля выступают в Иваново регулярно. Дружеская атмосфера в коллективе, уверены девочки, обязательное условие успешного выступления. Даже капитана такого нет. Мы считаем, что у нас каждый равный. То есть мы практически не ссоримся и считаем, что это плюс нашей команды. «Ситцевая весна» – турнир квалификационный. Во-первых, он позволяет гимнасткам повысить мастерство. Во-вторых, выполнить разрядовые нормы вплоть до кандидатов в мастера спорта. У Ивановской области по итогам турнира 18 медалей. 10 в групповой программе, еще 8 в индивидуальной. Причем 3 награды от общего количества высшего достоинства. Уровень детей, гимнасток повышается. Организационные вопросы тоже улучшаются, потому что мы второй год проводим в этом прекрасном зале. Мы очень благодарны руководству Госуниверситета, что они нам вот этот зал предоставляют, потому что сейчас очень много по России всеразличных турниров, очень большое количество, и люди выбирают, куда поехать. Кто-то выбирает грамотное судейство, чтобы проверить свою программу, кто-то выбирает хорошие условия. На «Ситцевой весне» есть и то, и другое. Кроме того, приятный бонус – ивановский текстиль всем участникам в подарок от спонсоров. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.